Будулай. А вы кто такой вообще? Что за Ленин? А это что за флаг? А что такое? Что ты за... Ты мусор, что ли? Что за вопросы у тебя такие личные? Мы в Баку. Мы в Баку готовы были выслать азеров армии, чтобы такого не происходило. Но мы это не сделали, потому что нам не дали разрешения. США не дала разрешения. Америка не дала разрешения. Иначе мы отправили бы 1000 азеров на границы ваши, чтобы защищать Украину. Но дело совсем не в этом. Если бы вы поехали бы на Украину защищать бы, мы бы поехали тогда в Карабах защищать армян. А не так. У нас сотни тысяч. Сотни тысяч бы нас поехали бы. Сотни тысяч. Да, у нас тысячи украинцев. Это и тогда получилось бы, вот смотри, тогда получился бы такой конфликт, ну да, виртуальный, где мы, там, например, да, вот как ты считаешь, что ЛНР, ДНР, и вы где? Мы не граничим. Но вы собираетесь защищать Украину. Тогда у нас ответное право. Тогда мы должны защищать армян. Они нам хотя бы по религии хотя бы ближе. Они христиане, мы христиане. А пожалуйста, сотни тысяч защищают армян, против азеров. Пожалуйста, там столько приезжих. Пожалуйста, защищайте. Хорватия, Словакия приехала. Все приехали. Пожалуйста, хотите против нас? Воюйте против нас. А мы азер, атеисты. Мы любим Японию, США и Германию. Мы будем вот так вот говорить. А вы защищайте их. Проблем нет. Слышь, ты страстный, ты какой-то, вернее, неинтересный азербайджанец, который не мусульманин, а атеист. Ты какой-то не слышишь. Атеист, конечно. Я азер-атеист. Я чистокровный азерит. Шехтернары? Ну, я чистокровный азерит. Ютварян? Ну, я чистокровный азерит. Я понял. Ну? Это азерит ты, да. Азерит, я чистокровный азерит. Все, понял. Я азерит, который сплочает многие народы у себя в стране, и я становлюсь главным, потому что я должен быть главным. Это жесть. Ты, кстати, я рад, что попал на тебя. На такого я еще не попадал. На главного. Главный. Ну, я не главный, я имею в виду, я один из главных. Я еще не главный. А что у вас там за это, как называется, за кружок такой? Туда записаться можно? Ну, тоже там... Ты не запишешься. Ты предал Украину, ты туда точно не запишешься. А, у вас кружок чисто украинский? Нет, у нас азиатский. Просто ты туда не записываешься, потому что ты предал Украину. Нельзя предавать, нельзя. Ну, а ты ничего, то, что ты азербайджанцев предал? Вот ты говоришь, ты не мусульманин, ты отказался от религии, там, от всего. А что, ты тоже не мусульман, а там трансвеститы, лесбиянки, и такие, как я, атеисты, все. Ну, если бы ты был бы азербайджанцем, ты бы же знал, бы, кто такой Гютварян. Гитварян. А что за гитварян? Что это за хрень такое? Сам придумал, что? Не, ну можно ударение по-другому поставить, но все равно смысл не меняется. Гитварян это пидорас. Перевод. Ну, если ты хочешь сказать Гитварян, да. Это пидорас. Но. А ты, я знаю хорошо. Ты ударение неправильно ставишь. Я же говорю, может ударение только я неправильно ставлю. Но смысл остается Мюллер. Смыслом. А? Надо говорить Мюллер, Дойчланд, Дойчланд, Мюллер, Дойчланд. Дойчланд? Ну ударение ставится так. Да. Мюллер, Нет, ну ты вообще странный, слушай, ты даже этот... Ты как-то для мусульманина вообще такой странноватый, и у тебя даже и татушки. Это мусульманин, ты говоришь, я азер, я атеист. Все азери и все атеисты. Ты говоришь, для мусульманина. Почему-то все азербайджанцы атеисты, что ты несешь? Все атеисты, они ебали в рот всем религиям, а ты говоришь, мусульмане. Я тебе говорю, все азери ебали в рот все религию, а ты говоришь, ты для мусульмана не ну, так. Ну, ты знаешь, вот, и ты не огорчайся, но... Я тебе говорю, могу пообещать одно, тебя увидит 50 тысяч человек.
Всем будет это очень интересно. Я очень рад. Мне нужно именно азери, которые меня увидят. Я тебе объясняю еще раз. Никакого азери в Азербайджане нет. У нас в азери самое главное – это танры. Это есть насущность. Танры. И пир, куда мы ходили все время молиться. Когда нам предложили с 2000 года мечеть, мы были в шоке, что такое мечеть. У нас в мечеть нога человека не ступала. Потому что мы не понимали, что такое мечеть. У нас был пир. Пир – это мы туда, куда мы ходили молиться. Азери молятся только пир. И у них есть Всевышний – это танры. А то, что ты сейчас говоришь, что у азери нет понятия мечеть. Мы трахали в рот арабам, будем трахать дальше. Мы ненавидим их и не пустим в свою страну. Мы будем защищать ее, как защищали всегда. Ну, Warcraft – это отлично. Мы азери создали, все создали. Мы азери – это часть американской немецкой нации. А тебе не нравится и не хочешь меня слушать, иди дальше своим путем. А в Азербайджан в немецкую нацию не суйся. Азербайджан с немецкая нация? Да. Это чистокровно. Это гитлеровская нация. Я сам лично сделаю то, чего не сделал Гитлер. А что? Я продолжу его. Но тебя слушать я не буду. Не-не. А что Гитлер хотел сделать, что не сделал? Много чего не хотел сделать. Но он много чего не сделал. Гитлер умер в Баку. А не в Аргентине, как об этом говорят. Он умер в Баку. Гитлер умер в Баку? Да, не в Аргентине. А азербайджанцы – это не азиаты? Азербайджан – это чистокровная западноевропейская нация. Не тюрки, да? Нет, это чистокровные европейцы. Интересно. Ну, конечно. Ну, а как ты хотел? Хочешь, вот тебе подали пример. А вот. турки? Ну, турки – это турки. Я про турков ничего не могу сказать. Это большая, очень сильно могущественная нация. Если нам придется говорить как гордый Кавказ, как гордые немцы, гордые брюссельцы, как гордый Кавказ, если нам приходится говорить о турках, мы свое слово скажем, не переживай. И о тебе скажем. Если нам придется бороться против вас, мы это сделаем с удовольствием. Я азери, я поддерживаю только азери. Я хочу стать дальнейшим министерством азери. Я борюсь с этим и продвигаю свои рапорты и, в принципе, все, что нужно. Я хочу стать частью азери, потому что я есть азери. Они меня не хотят принимать ни в министерство, никуда. Но я буду бороться. Может, надо бороться с пьянством, нет? Для начала. Ну, мы это побороем, не переживай. А смысл с пьянством? Где ты видишь пьянство? Ну, вообще, с выпивкой, с алкоголем, там, знаешь, там такое все. Я что, вот ты сидишь, пьешь, и что? Я же не говорю ДНР. У меня чай. У меня конкретно чай, не волнуйся. Я чаевничаю. Почем картошка вообще? Баклажаны, почем там? Ну, у белорусов спроси, я не скажу. А ты что, не банчишь? Не, картошка только белорусов знает. Не, ну убрать... я веду там эти, как там называют, там баклажаны. Баклажаны. Ты не такой, что ничего не открыл? У меня баклажаны. Слышь, в подъезде не поставил себе там лоточек такой, нет у тебя? А ты хочешь баклажаны купить? Не, мне цена интересует, какая в Польше. Хочу свериться со своими ценами. Вдвое дороже продам. Что говоришь? Вот вдвое дороже продам. Чем в России? Да вообще во всем мире. Все понял. Ладно, давай о звери. Это достойные люди. Да, очень крутые, очень смелые, которые любят свой край.
Не, я такого народа не знаю, который так любит именно свою землю, который готов умирать, но остаться на своей земле. Потому что это пропаганда. Нет, машина... Это не пропаганда, это факт. Тебе это просто, я тебе говорю, не понять. Ну как не понять? Ну так, ну потому что тебе этого не понять. Как Карабах? У тебя ни земли, ни родины. Как у меня земли, родины? Я житель. Я кто может отрицать? Ну ты житель, что-то? Житель это никто. Кто такой житель? Кто это такой? Это никто. Это воздух, это пыль. Таких жителей, как грибов, знаешь, вот это, как ебун травы в лесу. Жители, наверное.